Так, ну все, я закончил проверку, я уже сел в автомобиль и направился на ЖД вокзал, потому что я могу не успеть, если я еще на 5 минут задержусь. Значит, что? Моя рецензия такая. Оборудование и формы сделаны качественно, да, конечно, как и все в Китае, нужно контролировать. И какие-то процессы нужно регулировать, какие-то процессы нужно их носом тыкать, как котят, чтобы они доделывали, переделывали. Но в общих чертах все сделано добротно. И продукцию, которую выпускают данные пресс-формы, тоже сделаны добротно и довольно-таки качественно. Вот. Да, рекомендую, конечно, в дальнейшем, перед отправкой данного оборудования, еще раз проверить. Ну, там уже сами решайте, у вас голова большая, мозги светлые. Вот. Все. С уважением, Евгений. До встречи, до связи.